точки, да, это у нас квадрат, сложили пополам, вот так вот, по диагонали. Да, смотрите, получилось у вас два равных треугольника. И кто может, тот кнопкой, кто не может, вот либо ножницами, либо тыльной стороной ручки, прям вот прижмите. Прижмите к своему столу тыльной стороной ручки. Да. Тыльной. Тетрадочки, да, вот эти тетрадочки, пенал надо отложить, надо вот только свои взять листочки. Да, замечательно. Давайте дальше смотреть. Нет, не надо ничего подрезать. Это, если что-то где-то не так уж ровно легло, но я думаю, что тут достаточно. Это страшно. Да, смотри, как время пока тянешь. Теперь, смотрите, одну диагональ мы с вами сделали, да? Да. Теперь наоборот, берем опять две противоположные вершины и сгибаем, чтобы провести аккуратненько. Посмотрите, стороны должны совпадать. Стороны у квадрата равны, вот они должны полностью совпасть. Вершинки должны совпасть. И надо делать это на парте, прижать. У меня руки сильные, я могу это делать на весу, чтобы вам всем видно было. Что? Да, конечно, но лучше на парте прижать. Я вот, у меня такой... Прижать ногтем. А ты вот так поглаживаешь. Это так называется поглаживать. А вот чтобы выровнять, дай мне. Вот, посмотри, видишь, у тебя надо сначала было выровнять вершинки. Да, а потом уже только приглаживать. Потому что иначе будешь долго гладить, а вершинки не совпадут. Да. Четыре треугольника. Больше того, я могу сложить эти четыре треугольника и убедиться, что они равны между собой. Правда? Они равны между собой? Убедились? Убедились. Хорошо. Опять распрямили нашу заготовочку, нашей будущей лягушки. Вы сейчас этот квадратик поскачет. Итак, смотрите, теперь мы складывали пополам на два равных треугольника. А теперь мы будем брать вершинки противоположных сторон. Увидели? Да. И вот эти противоположные стороны должны у вас совпасть. Да. Теперь наш квадрат поделен на какие фигурки? На треугольники и... Не-не-не, ну как тут треугольники? Кто видит треугольник? На такую фигурку? Да, какой? Прямоугольник. Причем два прямоугольника, да? Два прямоугольника, и они совпали при наложении. Ага, а вот теперь смотрите, если вы сделали правильно, да? Вот этот центр, там, где диагонали пересеклись, и там, где прошла наша линия, средняя линия, мы же посерединке сгибали, да? Вот эта точка должна быть одна, единая точка. У меня тоже одна. Если она у вас одна, то вы все сделали правильно. Именно в этой точке диагонали делятся пополам. Вот видите, мы сложили... И у нас диагонали поделились пополам. И вот средняя линия, которая прошла в середине, тоже этой точкой делится пополам. Поэтому они у вас все должны быть в этой точке сойтись. Берем две другие стороны, которые мы еще не складывали друг с другом. Да. Складываем и проводим другую среднюю линию. Да. И проводим другую среднюю линию. Хорошо. Да. Только приглаживай, потому что здесь издалека видны твои бороздки, а это значит, что надо приглаживать.
чем-то твердым, либо ручкой, либо линейкой. Не, а вот кулачком это без толку, это ты так пытаешься унять. А у нас и так плоское. Да, можно карандашом. А можно ластиком вот так? Ну, ластиком большом порвет. Ластик же создан для того, чтобы трением сдирать кулачки бумаги. Итак, теперь опять вспомнили про наши треугольнички. Смотрите, если я держу так мой квадрат, вот это у меня треугольник. Все же согласны? Да. Все согласны. Вот он сейчас будет выступать у меня перед вами, главную партию вести. Соответственно, все другое, да, вот я взяла за серединку, и эту серединку убрала внутрь фигурки. У меня получилось мой треугольник. Теперь, видите, спереди и такой же сзади. Как стрела такая получилась. Сгибаем, вот такая стрела получилась. Нет, надо вот такой вот, как наконечник. Нет. Вот наконечник. Смотрите, вот эти точки, да, вот это правильно влево получилось. Смотрите, вот эти точки, которые средние линии, вы их должны внутрь положить. И вот остался у меня треугольник. Помогите. Помогите. Вот Глеб помогает соседу. Коль, как у тебя дела? Тебя заинтересует вот этот треугольничек. Да. Мы будем, Коль, внимательно смотри, мы сейчас будем формировать тельце нашего лягушонка. Поскольку видно, что из такого кусочка большого, большой лягушки не сделаешь, то будет маленький лягушонок, да, получается. Итак, смотрите, вот эта линия не просто сгиб, да? А что это такое за линия, как вы думаете? Кто-то помнит это или нет? Это кажется. А? Это кажется похоже на... Вот так вот. Я прямая. Прямая линия, она же является чем? Прямой. Прямой. Пересечение. А еще? Хорошо, есть такое слово ось. Да. Осью симметрии, да? Да. Вот мы сейчас будем делать все симметрично. Если мы взяли, вот видите, пошевелите треугольничком. Вам приветливо треугольничек машет своей ручкой. Вот этот сейчас уголок треугольника мы загнем. Так, чтобы его сторона совпала с осью симметрии. Наш треугольник, вот этот, сложится пополам. Да, и другой там не совпал. И симметричное сделать, да. Итак, вот видите, берем. А другой нельзя. А мы будем делать. Да, только у себя. Итак, вот берем. А зачем же столько много? Ты поспешил, не надо спешить передо мной. Знаешь, не беги впереди паровоза. Вернись назад. Да, ну молодец. Тоже сразу. Сима, загнула, да, и сразу придавила. Чуть-чуть, прям ноготком или... Смотрите, вот здесь у меня... Да, ну ничего. Да, молодец. А не надо много. Вот, молодец у тебя. Один прижал. Молодец. Сейчас. А теперь смотри, видишь, тебе приветливо машет другой. Другой ручкой треугольник. И тоже его прижимаешь. Симметрично. Тоже сторону. Коси. Коси. А уже получается похоже на морду. Да, уже получается что-то похоже. Вот мой сейчас треугольничек тоже вслед за вами. Пополам сложился. Вот коси. Следующий только так же. Да. Нет, а следующий надо подождать всех, пока сделаем. Молодец, да. Теперь мы с вами работаем над ее утолщением. Чтобы она была такая по надуге. Нет, мы же
не можем, нам же она еще должна и прыгать. Мы же не можем просто надуть. Да? О, надулась. А прыгать как она будет? Значит, просто надуть не получается. Мы сейчас ее будем пытаться сделать потолще. Смотрите, вот это самое сложное. Этот пройдем, потом будет легче. Вот этот треугольник, видите, который мы уже сложили? Видите треугольник? Сейчас надо постараться еще раз вот этот отрезочек, вот эту сторону, да, приложить к оси. Вот так? Да. Как я вот так? Да, вот сюда, вот еще раз, смотрите. Вот этот отрезочек, да, приложить к оси. Да. Дельтоид у нас такой получился. Вот, я понял. Да. Так. Ну да, только принять и с другой стороны симметрично. Так, что ли? Так. Да, и с другой стороны симметрично. Правильно, Симметрично. Молодец. Да, молодец. И придавить, чтобы не расходилось. Вот видишь, если у тебя где-то что-то распускается, да? Значит, это не то, что надо идти вперед, а значит, надо придавить, остановиться в некий момент, да? И хорошенечко придавить. Можно ножницами пригладить. Придавить получилось? Ну, твоего надо еще придавить. Давай придавить. Давай придавим. Придавим. На. Спасибо. Да, пока молодец. Пока не похоже на лягушку. Как это не похоже? Очень даже похоже. Мы ее сделаем лягушечку-пучеглазочку. Садимся, Да, молодец, присаживайся. Возьмем вот этот вот маленький треугольник, смотри. Вот этот маленький. Нашла у себя треугольничек? И будем опять, да. Видишь, пополам? Вот этот треугольничек, да, я помогу. Ага, маленький треугольник пополам. Вот так. Вот у тебя получился один глазик. Теперь загибай второй треугольничек. Маленький треугольничек пополам. Да, давай сюда. Пополам, еще раз пополам. Да, ну вот ты один раз загнул, а надо еще согнуть пополам. Потом загнуть. Вот теперь один пучеглазик получился. У тебя есть пополам. У меня правильно? Пополам. Пополам. А правильно у меня? Да. Вверх загибаем. Да, глазки. Замечательные глазки. Тоже вверх, чтобы она все видела. Замечательно. Тебя уже испугаться. Да? А пополам. Видишь треугольник? Раз. Пополам. И вверх. Получилось? Пополам. Да, молодец. Пополам. Глазки – это самая серьезная ответственная работа. А теперь ножки. Глазки получились? Все, переходим к ножкам. Ну, она сейчас еще прыгать будет. Аккуратненько только. Присаживайся. Позаботимся. Итак, теперь вы помните, что мы с вами один треугольничек обработали. Да? Треугольник. А у нас еще остался один треугольник. Это на ножки наши. Смотрите, я еще раз покажу. Сначала все вместе. Так, я своему глазик еще один не сделала. Что же она я будет? Заглазь. Не лягушка, а лиха на глазах, да? Нет. Итак, смотрите, что мы сейчас будем делать. Опять вспомнили, что у нас фигура симметрична. Так? Вот наша ось симметрии. Да. Поэтому я к оси симметрии только этот туловище оставляю. Мне сейчас нужны будут ножки. Нет, все глазки сюда. Пока делать не надо. К этой оси прижимаю половинку. Увидели треугольника? Ну вот так она только плавает, ножки вытолщив. Да, ножки. Никто по лягушачьи не плавал, то сдвинут, то раздвинут. Не-не-не, сейчас никто не делает, сейчас надо посмотреть. Это называется глаз. Да. Итак, увидели ножка прижатая? Да.
Сейчас никто не делает. Сейчас надо только посмотреть. Итак, видишь, к оси прижала ножку. Потому что потом каждый в свое время спросит, а куда же ее дальше девать? А дальше ее надо распрямить вот сюда. Как? А вот сюда сейчас увидишь. Вот так. Один раз сложили в одну сторону, сделали изгиб, а второй раз в другую сторону. Видите, у вас получилось... Нет, я сейчас со всеми сделаю. Получился вот такой зигзаг ножки. Да. Увидели? Да. Теперь вместе со всеми ножки симметрично опять взяли, приложили к оси, как будто она вытянула ножки, плывет. Как будто она вытянула ноги и плывет. Вот она вытянула ножки и плывет. Вытянула, нет, она к брюшку притянула. Вот она ножки к брюшку своему вытянула. Вдоль брюшка. Вот нам сейчас нужно научить лягушку прыгать. Скажи, пожалуйста, ты прыгать умеешь? Вы садитесь. Да. Давай. Вот ты как лягушка сейчас в роли лягушки, только очень медленно. Давай. Давай. Вот и вот как. Вот как. Значит, что нам нужно сделать для нас? Спасибо, Коль. И молодец, и Ваня хорошо прыгает. Тоже хорошая лягушка из тебя получится. Бери свою лягушку, сейчас мы ей будем делать. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать поясок, наклони ее к себе. Видишь, ножками, наклони к себе. Покажите. Ты бы сел, тогда будет хорошо всем. Итак, потому что народу, я понимаю, много. Итак, вот видите лягушки? Все к себе их взяли. И они к вам наклонились. Как? А вот так взять? Да, ну к себе лапками, брюхом на себе. Да, и вот так наклонились. Как? Ну вот пояс. Раз и наклонились. Должен выходить за наш край бумаги. Потому что если он покажется на краю бумаги, она не подпрыгнет, не разогнется. Вот этот центр должен выходить за край бумаги. Можно. Сейчас мы все будем делать лягушечки. А можешь тебе, пожалуйста, помочь? Нет. Коленки. Да, иди. Так, в одну сторону. И сейчас мы всех сделаем. И всех, да, и другую. Коленки. Вперед. Прыгать в коридоре. Да, у тебя почти получилось. Только загибать надо вот хвостик было. Еще. На, иди попробуй. Подожди. Так, раз и два. Вот, молодец. Посмотри, должно быть. Итак, один раз в одну сторону отогнул, после этого в другую сторону отогнул. Да? Иди, прыгай. В одну сторону, молодец, в другую сторону. Все, все лягушки на старт, в коридоре собираемся. Так. Да, можно так, так. Единственное, что, чтобы хорошо прыгала, подойди, прогладь еще чем-нибудь, да? Вот. Так, и пучи глазик. Надо свои поправить глазки. Держи. Так, да, тебе отгибаем. Да? Сюда. Молодец. Иди пускай в коридоре. Так, сюда отгибаем. Твоя прыгать не может. Да, как? Мы сейчас посмотрим. Итак, сначала надо... Может быть, ты слишком... Просто надо сгибать лучше. Ну, так а ты, у тебя же она разогнута. Чего же прыгать не может? А ты же не сгибал. У меня разогнута, но она не прыгает. Да ладно. Ну-ка давай. Согнута. Если она у тебя согнута, да это, где же она у тебя не прыгает-то? Да прыгает у тебя лягушка. Иди, пускай в коридоре. Можно.